Всем здравствуйте! Сегодня я взяла только одну тетрадку по математике для того, чтобы показать, что мы делали на уроке. 27 февраля. Показы дети писали дома. И сегодня мы выполняли математический диктант. Первая строчка – это ответы на задания. Я говорила число, например, 3, а они увеличивали на 2. И записывали только ответ. Вторая строчка – уменьшить на 2. Потом мы делали взаимопроверку и самопроверку. Я называла ответы. Если ответ правильный, то ставили плюсик. Если ответ неправильный, то ставили над этим числом минус. Дальше нам нужно было составить 3 примера, в которых будет ответ 8. Вторая строчка – 3 примера, в которых ответ будет 9. Третья строчка – 3 примера, в которых ответ будет 7. И четвертая строчка – 3 примера, ответ в которых будет 6. Тут все выполнено правильно. Расстояние между столбиками – 3 клеточки. Далее мы решали задачу. Условия задачи в учебнике не было, был рисунок со страничками сказки «Репка», их 6, и странички сказки «Курочки Рябы». Их было неизвестно, но сказано, что на 2 меньше. И нужно было задать вопрос. Мы решили с ребятами, что зададим такой вопрос, который превратит эту задачу в составную. Для ответа на вопрос, который нужно будет выполнить несколько действий. Сколько всего страниц в этих двух книжках? Первым действием мы узнали, сколько страниц в книжке про курочку. Когда выполняем первое действие, если задача составная, то нужно вот здесь писать пояснение про курочку Рябу. Далее нам нужно было узнать, сколько всего страниц. В сказке про репка 6 страниц, в сказке про курочку 4 страницы. Мы узнали это в первом действии. Чтобы узнать, сколько всего, нужно числа сложить. 6 плюс 4 равно 10. 10 страниц всего. Далее они решали самостоятельно задачи из учебника. В этой задаче нужно узнать, сколько песен знает Валя. Лена знает 3 песни, а Валя неизвестно, но сказано, что на 2 больше, чем Лена. Указывающей стрелкой указываем больше, чем кто. 5 песен. Ответ 5 песен. Другая задачка. На тарелке лежало 6 помидоров. Съели 4 помидора. Осталось неизвестно помидоров. Чтобы узнать, сколько помидоров осталось, нужно от 6 вычесть 4. 6 минус 4 равно 2. 2 помидора. Работа выполнена хорошо. Есть небольшие недочеты, но несущественные. Сегодня я писала всем в тетрадку 10, 9, 8 и 7. Всем добра!